Я сладкая, а ты? Я сладкий, могу и прилипнуть. Слишком приторно. Ага. Вы слышите? Вы слышите те божественные нотки? Мелодия, этот танцующий домик вы видите? Это же... Монстр ищет монстра, господа. И сегодня у нас будет вся игра с чатами. Потому что я посмотрел, 80% людей проголосовало за то, чтобы я играл с чатом. Но напомню, что чат — это только видео, потому что в видео уже невозможно ничего исправить. На стриме люди не видят этот чат. Так что не надо обвинять меня в том, что там все знают, что-то не знают и так далее и тому подобное. Никто ничего не знает, пока это я не выкладываю видео. Давайте отправляться. Ну что ж, мои дорогие пошлорожденные, я предлагаю вам слегка завуалированно обсуждать самые откровенные вещи. Поехали! Everybody's in! Hey. Hey, welcome to Monster City. Эй, здорово, здорово. I'm your host, Felicia. My last name is just a picture of a creepy doll. I'll be hosting six nights of art. I see you'd Ладно, rather just пропускай. Get to it. Okay. Мне пишут, что спонсор сегодняшнего выпуска Антикафе. Я хочу сыграть с тобой в игру. Ночь первая. Интересно, кто же я? Let's start by chatting with other players. Но в видео я не покажу, кстати, кто я. You can only send four messages each night, so use them wisely. Mm-hmm. Понял. Понял, кто я. Хорошо. Итак. The first message the audience sends each night gets sent to everyone and appears here on the screen. Почему никто не пишет? I probably should have mentioned that some of your conversations will appear on screen during the date. Oh well, I'm sure it won't be incriminating. Сейчас, я такой вообще дерзкий, да? Это совсем. 20 seconds until any unsent messages are lost forever. Hurry up. Боже мой, что происходит? Ладно, у меня сообщения все равно кончились. Сначала так, потихонечку начинаем. Разогреваемся. Ну давай попробуем, ладно. Давай попробуем. Okay, let's see who tricked who. I mean, ну давай почитаем. Да, это первая ночь, тут по-разному бывает, так близко. Со зрителями хочет. Не говори мне ничего, пока у меня подушки в форме человека. Привет, котики. Лиска, мое второе имя. Вы такие милые. Тебе говорит, что ты выглядишь как... Как кто? Я не успел прочитать. Ладно, вы сами дочитайте. Так, Реварюха зовет. О, привет, Витя. Давай я к тебе за спонсорку конфеток. О, май, а так можно было? Ага. Я же только за, и ты... Я люблю сладко, особенно если на палочке. Looks like someone had the same idea. Let's see how this works out. Ребят, ну я просто с вами поздоровался. Что же вы? That's kind of awkward for you, huh? Реварюха увлек меня. Так, Дрон зовет Наклз.
А, вот так вот прям, вы не сговариваясь решили. Бывает такое, бывает. Так, детдом. Идио. Привет, дорогой. Здравствуй, сладкий. Они же девочки. Готов к жаркой ночи? Да. О, будет так жарко, что у соседей сверху будет пол с... Откуда пол будет капать? О-о, кого-то опрокинули. Так, а нас разве все? Скомканно, ну в первую ночь всегда, все таки скованные. Сейчас, погоди, сейчас понесется. Витя, я не девушка, ничего не знаю. Ничего не знаю, на картинке ты девушка, значит девушка. А чё, это я первый? Неплохо. Я пропустил кодовое слово. Чёрт. Так. If you need to block another player, when you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Блин, косяк. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. So, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. Date time. Дио, я написал: привет, мой завсегдатай. Виктор, хочу с вами продолжить. Что там шло дальше? А дальше будет скрипт до утра. Начнем же черное дело, Мур Виктор. Дери меня за хвост. Так, пью-пью. Угу. Классный у тебя костюмчик. Спасибо. Может, встретимся через пару минут наверху? Хочешь сосисочку в сосисочку? Это не так называется. Ты хочешь сосиску в тесте? Ага, тут смотри, зрители обхаживают. Ты готов к самой крутой ночи в мире? Ты выглядишь как оптимизм, согласен. Вы даже очень впечатлили меня. Все, что значит, Витя немного такой? Приколист. Кто ты еще хотел? Или у нас все по парам разделились? Ко мне или к тебе? Ну, у меня есть печеньки. С каким вкусом? С шоколадом. Мне бы хотелось и тебя попробовать. Оу. Ну, а смотри, все разделились, и по ходу дела сейчас меня будут раскрывать, я так понимаю, да? Let's see if any fat changed the social pecking order. Косяк. Okay, a little bit of movement. Don't forget. Немножко я недорасчитал. Ну ладно, хорошо, ладно. Ну, в принципе, у меня ничего такого страшного нет. Но, блин. Да, мне опять выдали двуликого, капец. Я играю за одних и тех же все время. You can read that again whenever you want on your device by hitting the info button on their chat screen. The same goes for any monster after they're revealed. Да, я только одного сумел. Опа, опа, опа. Сердцеобменник есть у нас сегодня, интересно, в игре?
Вот это опасная тема. Message time. Может, вообще ни с кем не встречаться сегодня, а? Has no messages waiting for responses, they send their messages to me, and I show them to you. А, сообщения кончились. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. Так, и теперь капец. Кого же мне выбрать, а? Блин! Я хотел развернуть чат и выбрал свидание. Хрен с ним, ладно. Может быть, повезет. Может, начнем нашу ночь? Здравствуй, может, все-таки попробуем пообщаться? К тебе или ко мне? Боже, как долго печатаю, но в постели я такой же. Было бы интересно узнать, пошли ко мне. Я не понял, я либо неправильно прочитал по поводу «в постели я такой же», либо что? Надо бы сказать, в постели я не такой. А, хотя нет, наоборот, такой, он типа долгий. Дио надеется на зрителей. Дио так же печатает, как и я. Молодец. А, неужели со мной? Ого, кто на меня бочку гнал? Хорош, получилось-таки. Я случайно, если честно, на зрителей нажал. Я не удивлюсь, если зрители... We already know how this will go. Ну, по крайней мере, это, ребята, лишнее сердечко для меня. Someone's lining up, hoping to be next. Let's see what happens. Два лишних сердечка для меня. A potential bonus heart. Вы сами видели. For standing up a player. Нет, одно. Knuckles все-таки к Дерону ушел, да? А, нет, Knuckles тоже ко мне. We know how this is gonna end. Ну, если честно, я случайно нажал на зрителей. A potential bonus но... heart for the creep for standing up a player. Ладно. На самом деле, меня, наверное, обокрали уже, да, на сердце? Жесть какая-то. О, я понял, кто у нас зрители все-таки, да? Телообменник. Ну, повезло вам, засранцы, повезло. Я реально хотел выбирать одного из тех двоих и жмакнул случайно на вас. Совершенно случайно. Видите? Видите, как это получается? Легко кричат. Ничего, сейчас будем обратно меняться. Куда вы денетесь? Эх, косяк. Окей, пусть будет так. Ха-ха-ха-ха.
Похоже, у меня одно сообщение осталось. Кому написать-то? We're down to 20 seconds. Не успеваю всем ответить. Видите, а все видят, что я просто двуликий, соответственно... Alright, it's time to pick dates. Нет, такой. This is the sweet, hopeful part before the subtle anger starts to creep in. Ну окей, ладно, пошли туда. Time to see the date. Меня зрители развели, блин. Игнор. If no one messages the audience can't date anyone. Вот так вот. Усатик, мое сердце разбито. Не может быть, я... Пощекотишь меня наедине? Детка. Looks like someone else wanted in on that action and failed. О, это кому? Наклзу? Я хочу попробовать. Я тоже хочу тебя попробовать. Я сладкая, а ты? Я сладкий, могу и прилипнуть к тебе. Слишком приторно. Фу, слишком. Нужно больше мяса, колбасы давайте. Так что, к тебе или ко мне? Ни слова Тио и Лиске. Молчу, Let's see if that changed any of the standings. Well, some small movement. А Дрон-то с кем хотел? С Наклзом, что ли, пойти? Ну-ка, кто ты? Жижа! О, блин, Жижа-то может обороты. Ну понятно, она по одному разу будет пытаться встречаться. Со мной же Лиска встречалась или нет? Я что-то не помню. Night Five. Uh-oh, full moon tonight. Message time. Все, у меня тут чат просто уже разрывается, мне все дописали. Вы просто не понимаете, на чем я сейчас сижу, это я сейчас зрителям на стриме говорю, но это просто сейчас угар был. Ну-ка. Ну-ка! Нет времени. Боже. Мне тут такое написано в чате, вы не представляете. Вот это надо видеть, это просто надо видеть на видео. Здесь столько фраз. Так, Дио с Дироном. У меня новые игрушки, хочешь поиграться? Ну давай, заеду в 8. Ну да, типа на комментарии говорит, ну это же всего лишь одно сообщение было. А Дрон с Наклзом, раз хочешь со мной, то готов бежать с тобой. Я не проще утонуть в твоих объятиях. Что там творят? А этот к кому пошел? А это где дома? Они там круговая. Так, прости, был занят. Пошли сегодня в 17 к тебе. Тебе! Хорошо, сосиску приготовлю. Готов? Как безреально друг за другом. О, сегодня ты идешь со мной, а не то за баню.
Шутка. А бегу, любовь моя. A potential bonus heart for the creep for standing up a player. Don't go yet, there's more. Вот вы это и увидели. Пс, иди поближе, у меня кое-что есть, покажу. Это же бесплатный яой, хочешь? Не три мне объяснять, лезь ко мне. Well, you tried, I guess. A potential bonus heart for the creep for standing up a player. Я честно написал, шучу. Я сам к зрителю пошел, хочу сердца обратно вернуть. Гоните мои сердца обратно, написал я им. Нет, они мне не отдали сердца, засранцы. Ну все. Ну это была самая упоротая. У нас единственная пара за эту ночь. A full moon date for the body swapper means a full heart swap is coming. Смотри, Лиска еще и сердца зрителей подняла, а? Ну ладно. Блин, я бы сейчас столько сердец поднял бы, если... Ну и ладно. Блин, это было очень забавно, wow, когда все друг другу по кругу отказывали, а? Такая движуха, а? Дио, кто же ты? Мстительный призрак! Ах, вот оно что. The vengeful ghost starts the game with a bonus heart. When the vengeful ghost asks someone on a date and gets rejected, that person loses a heart. Don't cross the vengeful ghost. Ну, он засранец, а? В общем, не отказывайте призраку. Фестиваль кровопролития, господа. You get two hearts for dating now because it's such a special night. Not to mention there's a full moon out too. Ну, Лиска топ вообще. Ну, жижа, а? Реварюха, я знаю. Реварюха, скорее всего... Ладно, не буду говорить. Ну что, давайте замаксим Лиски сердца, а? Вы готовы? Я, мне кажется, единственный, кто еще не... Не окунулся, как говорится, с головой в жижу. Мне все равно уже не видать выигрыша. Так мило. А вот теперь вопрос, кого бы мне выбрать, да? Like these, I love being a matchmaking monster. Ну ладно. Hey, I know, it's hard to choose. Я мог бы сейчас выбрать зрителей. Let's see those dates. Попробовать, вдруг они выберут меня. И... О, ты игноришь меня. Да. A potential bonus heart for the creep for standing up a player. Возможно, зрители выбрали бы меня, если бы поменялся бы сердцами. Плюс мне много кто бы сейчас... Лиска, хочу тебя, отдам все сообщения для тебя. Почти все. Я готов нырнуть в тебя, мой майонезик. Мур. Как приятно. Боже, мне угрожал Витя, не смог прийти. Сегодня точно пошли к тебе. Давай, я всегда жду. Я свою сосиску покажу, хотя я и девушка. Some late arriving suitors approach. Let's see. Да Наклстон раз. Ха-ха! Я... Ну давай сыграем в крутую игру. Давай сыграем. Ты точно готов к органу? Я умею играть не только на органе, если ты понимаешь, о чем я. На органе. That's not good news for you, sorry.
Реварюху все кинули. Я думаю, что реварюха убийца, скорее всего. Let's see the almost final standings. One last thing. It's time for the after party. Автопати, да. Интересно, зрители за меня голосовали или нет? Наверное, да. Я мог бы что-нибудь попробовать сделать. Вампир! Everyone the vampire dates becomes a vampire. Майклс вампир, интересно. At the end, this vampire receives half a bonus heart for every vampire in the game. Ну, я не думаю, что Лиску кто-то сможет переплюнуть. Лепрекон! Everyone who dates an unrevealed leprechaun gets two fake hearts. When the leprechaun is revealed, ёлки-палки. All the fake hearts disappear. At this moment, я с ним один раз встречался, знаешь, что у меня как минимум два фейкового сердечка есть. А, нет, я не встречался с ним? Как это так получилось? Окей. Охотник на монстров! Ага. At the end of the game, the monster hunter gets a bonus heart for every time they date the monster type they secretly been told to hunt. Было уверенно сходить. Что, ни разу, что ли, не сделал? Ну, это понятно, это было невидимка, то это очевидно. The invisible person started the game with two bonus hearts. The invisible person's score is invisible, so they appear to be in last place until the end of the game. Time to tally up any after party bonus hearts. Let's see how many. Слушай, а у Лиски не так уж и много сердец. Я, может быть, мог бы даже и выиграть, если бы поменялся бы со зрителями и насосал сердец. Who was the monster hunter hunting this whole time? The two-faced creep, who they never did successfully date. Ах, так это он за мной охотился все время. How did that affect the final standings? Какая милота. Забавный закон, что я могу сказать. Особенно мне понравилось, с четырьмя игроками удвоил свои сердечки. Особенно мне понравился тот замес, когда все друг по кругу друг друга динамили. Это просто угар какой-то получился, такая карусель и хоровод. Забавно было. Жижо! Да, Жижо побеждает. Ну раз уж у нас все так произошло, такая... Классная, смешная катка, особенно эта катка понравилась наверняка зрителям, которые видели весь чат. Потому что чат там еще добавляет угара немерено. Потому что очень многие реплики вообще не высвечиваются, когда, соответственно, игра идет. То есть там же пишут-то только, когда пересекаются люди, да, их общение, а там очень много угара идет именно мимо. Я думаю, люди успели заценить все, что творилось в моем чате, это просто ржака была. Ну, на сегодня, я думаю, мы вот останемся вот с одной игрой. И этого достаточно. Она отличная. Вот так. Спасибо всем за внимание. Спасибо, что поставили уже лайк. Делитесь с друзьями. Добавляйте в плейлисты. И пока.